Вести Карачаево-Черкесия. В студии с вестями Республики Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах. В многоквартирные дома Черкесска тепло придет в течение этой недели. 75 миллионов рублей направлено за последние 3 года на поддержку свеклосеющих хозяйств. А в республиканской столице близится к завершению благоустройства парка в районе РТИ. И Архыз в десятке популярных направлений лечебного отдыха на осенние каникулы. Далее подробно об этих и других событиях. Руководитель региона Рашид Тимрезов с рабочей поездкой побывал в Казани, где принял участие в форуме выставки «Дорога-2022» и заседании комиссии Госсовета России по направлению транспорт. В мероприятии участвовали заместитель председателя правительства страны Марат Хуснуллин, помощник президента России Игорь Левитин и другие. На состоявшейся встрече с участием глав российских субъектов и Татарстана Рустамом Минихановым обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества между регионами, увеличение объемов экономического партнерства, а также укрепление взаимодействия в гуманитарной сфере. В Казани получают образование сотни студентов из Карачаево-Черкесии, которые возвращаются в республику высококлассными специалистами. Я искренне благодарен Рустаму Минниханову за братское отношение к нашей республике, постоянное расширение формата сотрудничества между нашими регионами, написал в своем телеграм-канале Рашид Тимрезов. Орденом мужества посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции, награжден наш земляк, сержант Азамат Салпагаров. Он родился в 1998 году, закончил Северокавказскую государственную академию, служил по призыву. В зону СВО отправился добровольцем в должности разведчика-дальномерщика взвода самоходной артиллерийской батареи. Соболезнования родным и близким героя. Советы первичных ветеранских организаций Жигутинского и Малокарачаевского районов собрали теплые вещи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Ветераны органов внутренних дел и неравнодушные жители республики внесли вклад в общее дело. В течение нескольких дней был организован сбор теплых вещей. Общими усилиями удалось собрать для отправки более 400 пар вязаных носков, 30 комплектов термобелья и 100 вязаных шапок. В ближайшие дни груз будет отправлен на территории Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, по поручению руководителя региона в зону проведения специальной военной операции отправились 2 особенных автомобиля. Один из них бронирован, у другого усиленная рама и установлены специальные шины для езды по бездорожью. Комментирует заместитель начальника мобилизационного управления администрации главы Карачаево-Черкесии Артур Аганов. По поручению главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Борисовича Тимрезова осуществляется имущественное и материально-техническое обеспечение лиц, призванных по частичной мобилизации, и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Сегодня мы передаем нашим военнослужащим автомобили и технические средства разведки, которые были приобретены республикой в соответствии с требованиями, необходимыми для выполнения боевых задач. Мероприятие по укомплектованию наших военнослужащих осуществляется на постоянной основе и является приоритетной для всех органов власти. В республике продолжается и активная поддержка семей мобилизованных. Работы по оказанию адресной помощи близким резервистов развернуты абсолютно в каждом муниципальном образовании региона. Не исключение и Адыгейхабльский район. Слово первому заместителю главы администрации Мухтару Астежеву. Сейчас мы изучаем порядок, во-первых, кредитной организации, в которых получены займы, и порядок направления заявлений заемщика о предоставлении кредитных каникул. Что касается водоснабжения, то сегодня водоснабжающие организации производят расчеты, технические условия. В ближайшее время, максимум в течение до 10 дней, водопровод будет в обе семьи проведен. Председатель правительства Республики Мурат Аргунов провел встречу с жителями региона, в ходе которой был принят ряд решений. В частности, в Узджигуте появится модельная библиотека. С просьбой о ее создании обратилась жительница района Юлия Щербакова, работник культуры.
В рамках национального проекта «Культура» в Министерство культуры страны отправлено 3 заявки, в том числе по созданию модельной библиотеки в Уджгутинском районе, которая прошла конкурсный отбор. Уже в декабре следующего года модернизированное библиотечное пространство начнет свою работу. Кроме того, принято решение о предоставлении ветерану боевых действий субсидий для улучшения жилищных условий. С просьбой об оказании помощи обратился Мурадин Байкулов, участник боевых действий в Афганистане. А на автомобильной дороге по улице Зои Космодемьянской Черкесска будет проведен ремонт. В своем обращении жительница Черкесска Супият Акбаева попросила обратить внимание на территориальный участок дороги от улицы Октябрьской до улицы Панченко, в том числе на тротуары. Данный отрезок дороги будет внесен в план на следующий год. Вместе с тем принято решение о строительстве многофункциональной спортивной площадки в Правокубанском. По распоряжению мэрии Черкесска в республиканском центре 17 октября начинается отопительный сезон в многоквартирных домах. Подключение будет проводиться поэтапно в течение недели. Всего на территории города находится более 600 многоквартирных домов. Жильцам многоэтажек, где нет муниципального жилья, для урегулирования вопросов подачи тепла в дома необходимо держать связь с управляющими организациями. Напомним, 10 октября к отоплению первыми были подключены детские сады, общеобразовательные организации и учреждения здравоохранения. Региональные власти за последние 3 года направили 75 миллионов рублей на субсидии для свеклопроизводителей. Ожидается, что урожайность сахарной свеклы в Карачаево-Черкесии в этом году вырастет на 10% благодаря проведению агротехнических работ. Хозяйства республики планируют собрать в эту уборочную кампанию 200 тысяч тонн корнеплода. Напомним, сахарная свекла в этом году была засеяна на площади 4900 гектаров. На Карачаево-Черкесию приходится до 15% от посевных площадей сахарной свеклы Северокавказского федерального округа. Выделяемые субсидии позволят увеличить посевные площади под эту культуру до 7 тысяч гектаров и производить около 260 тысяч тонн сырья в год. Один из крупнейших производителей цемента на юге России «Кавказцемент» демонстрирует новые рекорды. За 9 месяцев этого года завод произвел и отгрузил почти 1 миллион 400 тысяч тонн цемента. Таких объемов производства предприятие последний раз достигало 8 лет назад. Завод уверенно демонстрирует положительную динамику. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост производства составил 25%. В России стабильно растет производство тепличных овощей и зеленых культур. С начала этого года в защищенном грунте выращено уже более 1 миллиона 200 тысяч тонн, что на 8,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Регионами-лидерами в этом сегменте являются Липецкая, Московская, Волгоградская, Калужская, Белгородская области, Краснодарский и Ставропольский края, а также Карачаево-Черкесия, Татарстан и Башкортостан. На развитие овощеводства закрытого грунта направлен комплекс мер господдержки. В частности, для предприятий отрасли предусмотрены льготные инвестиционные кредиты и стимулирующие субсидии. Кроме того, с этого года действует механизм компенсации части затрат на строительство тепличных предприятий в регионах Дальнего Востока. Благоустройство парка вблизи РТИ Черкесска близится к завершению. Напомним, реконструкция проводится в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». В результате здесь появятся новые скамейки, фонари и урны, будут проложены пешеходные дорожки из красивой плитки и палубной доски, которые свяжут прилегающую к фонтану территорию с детской и спортивной площадками, оборудованными ранее. Этот парк, который горожане называют «Родина», как и другие общественные территории города, предназначен для семейного отдыха, а значит, здесь должно быть светло и безопасно. В дальнейшем необходимо позаботиться о ярком современном освещении и установке камер видеонаблюдения. Парк обустраивался в 4 этапа. Сегодня на объекте работы выполнены на 85%. Рабочие уже приступили к укладке тротуарной плитки и резинового покрытия на велодорожках. Кроме того, в парке собираются дополнительно установить 40 фонарей и высадить деревья и цветы. Информацию комментирует Руслан Джукаев, ведущий специалист управления ЖКХ мэрии Черкесска. В рамках формирования комфортной городской среды мы благоустраиваем парк РТИ. Было проведено 3 этапа работ. Это и фонтаны, и дорожки, и велосипедные дорожки. То есть все этапы мы ранее уже освещали, говорили. На данный момент идет работа по завершению 4-го этапа.
Это получается у нас обустройство пешеходных дорожек, то есть мы кладем плитку. И также будет построен общественный санузел, который здесь, ну, по обратной связи от граждан города Черкесска был необходим. То есть на данный момент мы завершаем эти виды работ. В курортном поселке Домбай появится новый туристско-информационный центр. Его создание стало возможным благодаря победе региона в грантовом конкурсе правительства страны и получению финансовой поддержки на развитие туротрасли. Главной целью реализуемого проекта станет создание площадки для консультирования представителей туристического сообщества и продвижение информации о турпродуктах курорта, поскольку центр объединит в себе информацию о местных достопримечательностях, исторических и культурных ценностях, мероприятиях, экскурсионных маршрутах, транспорте, развлечениях и так далее. Архыз в десятке популярных направлений лечебного отдыха на осенние каникулы. Российский сервис бронирования отелей и квартир twill.ru выявил, куда можно поехать на ноябрьские праздники, отдохнуть и подлечиться. Больше всего россиян отправляются в конце октября, начале ноября на курорты Карачая-Черкесии, Кавказских минеральных вод, Горячий ключ и Сочи, а также на курорты Балтийского моря, термальные источники Тюмени, Камчатского и Алтайского краев. Данные представлены на основании бронирования жилья туристами с 28 октября по 6 ноября текущего года. Около 2000 жителей Малокарачаевского района присоединились к республиканской акции «Генеральная уборка». Мероприятия прошли во всех населенных пунктах муниципального образования. На уборку вышли сотрудники администрации, трудовые коллективы и жители сельских поселений, которые собрали порядка 10 тонн мусора. Завершающее мероприятие акции «Генеральная уборка» пройдет в середине ноября в Прикубанском районе. Ну и последняя информация. С 4 по 6 ноября в Архызе пройдет осенний музыкальный фестиваль от проекта «Фэнк Битс». Участников фестиваля ждет осенняя перезагрузка в одном из красивейших курортов страны, идеальная локация с природными ландшафтами и горным озером, атмосфера гармонии и внутреннего спокойствия. И, конечно же, фирменные вечеринки. Помимо этого, гости смогут совершить экскурсию на водопады и озера, термальные источники и горные бани и прочувствовать атмосферу осеннего волшебства. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается облачная с прояснениями погода, утром местами дождь, в горах с мокрым снегом. Днем преимущественно без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В горах местами плюс 7-12. В Черкесске днем без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до отметки плюс 18. Таковы наиболее заметные события республики. Новостной блок провела Рита Нерова. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции в составе именной роты Карачаево-Черкесии, получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства, телефон для справок 8 878 2 26 36 32. Вы слушали «Радио России. Карачаево-Черкесия». До новых встреч!